вы мне покажете. Давайте вы мне покажете официальное. Это принадлежность громадки. Вот это помещение принадлежит громадке. Давайте вы не будете кричать, я вам говорю. Я не кричу, я вам спокойно говорю. Покажите почему? Мне официальное, что вам дали бумагу, чтобы вы, вам разрешили здесь находиться. А покажите. Кто должен дать такую бумагу? Сельский совет. Подождите, это... Вам дали ответ, по-моему, нет, правильно? Это собственность громады. Сельского нет, совета. Собственность всем жителей. Которые обслуживаются, вам зарплаты платят с этих налогов, которые платят громады, понимаете? Конечно. Поэтому... Нет, они зарплаты... Было заявление, чтобы депутаты пообщались с людьми. Это законно предусмотрено, понимаете? Вам отказали? Они не могут отказать. У вас есть в статусе отказ. Депутатов написано, что местная рада должна всячески помогать. Подождите, давайте громады с депутатами. Вы написали заявление. Конечно, написал. Вам дали ответ? Дали ответ. Нет. Покажите его, пожалуйста. Он там. Где там? А кто вы такая, чтобы нас просить дать ответ? А кто вы такая? Вы пишите в наше помещение. Вы жители с вами. Это наше ваше. Это Елена Александровна. Неправильно. Что наше ваше, это все общее. Так, но мне дали распоряжение. Покажите нам распоряжение в письменном виде. Вы мне показываете в письменном, да. Я вот прочитаю. Сюда пользоваться залом. Сейчас мы все найдем. Молодежи села Сычавка не дают пользоваться. Ну вы же знаете, что Дом культуры всегда закрыт. Ну что вы банды колотите? Всегда Дом культуры, особенно в субботу и воскресенье. Ну что вы начинаете? Ну Дом культуры закрыт, если вы не воскресенье. А сейчас прямо вас начинается. Чего это не мне? Ну самом деле, молодежи не сейчас у нас пока в если соседей нет, это не значит, что... Я должна, это не лечить. Это должна. Вы не должна. Как это? А чем вас не устраивает вот это? А мы просили вот это, что мы? Вы можете нам показать? А вам написали уже сейчас. А мы еще раз попросили, депутаты попросили. Вот второе. Вы меня будете учить, что такое? Я вас не знаю, это не проводится массовое мероприятие. Ну раньше собирались. Что раньше? Должно проводиться Домом культуры. И затраты на Дом культуры идут большие. Имеет право молодежь собираться. И жители села имеют. Чего вы все так собираете? Что вы собираете? А вы еще спасибайте, подождите, кто, какие вас полномочия, вы должны были сельсовет узнать, а не тут проходить. Вы ломитесь, я не знаю. Мне сказали, если у вас будет разрешение, я вас зарабатываю. Вы дайте сельсовет вырос. Нет, да вы не давала відповідь вам на ваш запит? На запит? Немає у нас відповіді на запит. Депутатів. Депутати сільської ради в кількості 6 осіб. 6 депутатів просять надати нам зал. Відповіді офіційні ми не отримали. Це не наша собственность. Поэтому ми маємо повну право. Ваша собственность, так і не нужно виривати шнури, приходити, понимаете, когда йде репетиція. Вызывайте поліцію, кажіть, дзвоніть 102, визивайте поліцію, кажіть, що порушуються права депутатів і перескочаються. Емельяна Радова. Она только что зашла, и работающий микрофон начала вырывать. А сейчас вы хотите по-хорошему все. Ну правильно, вы интерес, личный интерес защищаете. Чьи личные? Вы, Елена, видно, что свои. Вы кто? Что вы так оспариваете этот вопрос? Закон перешкоджання депутатської діяльності, стаття 351 Кримінального кодексу. Зараз будемо розбиратися з патрульом міліції. Правильно.